Чего красиво? Чего красиво? Ну, конечно, погода наладится. А сколько? 10 перышков. С ума сойти. Ты уверен? Хорошо. Ну, у нас-то море, у нас не океан. Хорошо. Хорошо, знаешь, ждем лето. Выронил, но вспоминай. Я тебе как показывал это дело. Да. Давай. Максик, ты видел, где он звенел? Подожди. Я.
двором. Который. Стой, 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 сейчас закопаем. Стой. Блин, руки. Ближе, ближе. Ближе, да. Видно. Только нашли, ты взял и потерял, а теперь ее найти не можешь. Ну что, китайцы видно? Убери лопатку. Ты уже копаешь год до Китая? Ну-ка, давай до Китая. А, ты картошку копаешь? Макс, Макс, ну не... Алина копает до Китая, не мешай. Через пару дней тогда ее придется уже в Китае ловить. А китайцы любят мышей есть. Да хватит тебе уже. Блин, ну как ты так умудряешься выкапывать, что я потом найти не могу?
Мадам, ты идешь искать или как? Сама, ну подожди, я сейчас тебе найду участок, где он. А то какой-то... Это все странно. Не бросайся в меня песком. А то тебя точно в Китай отправлю. Так. Ты знаешь, что китайцы любят есть мышей? Да. Ну. Я скажу им, что я девочка. Да ладно, они тебе скажут, что о, какая упитанная мышь.